Великого йога-мистика Дурвасы. Са? Он царь. Амбариша. Амбариша. Слышно? Махараджа Амбариша. Двиджа Упа Йога. Двиджа Упа Йога. Достаточную истинного брахмана. Достойную истинного брахмана. Атита Павитра. Чистейшую пищу. Ахарад. Поднес ему и поел сам. Рише. Великий мудрец. Спасение. Опасность быть спаленным чакрой Сударшины. И Викша, увидев Мене, стал обдумывать Савирьям на свое собственное могущество. Ча? Также Паранубхавам, происходящее из его чистой преданности Верховному Господу. Перевод. 23 стих сначала. Прежде, когда Дурваса Муни покинул Махараджа Амбаришу, тот, ожидая возвращения Дурвасы, постился целый год и жил на одной воде. 24 стих. Когда же через год Дурваса Муни вернулся, царь Амбариша угостил его роскошным обедом.
из самых разных блюд, а потом и сам поел. Убедившись, что страшный огонь больше не грозит Брахману Дурвасе, он понял, каким могуществом его милостивым наделил Господь. Однако не придал этому значения, ибо знал, что все делается Господом. Комментарии. Преданный, подобный Махараджа Амбарише, всегда занят множеством дел. Безусловно, материальный мир — это место, где опасности подстерегают на каждом шагу. Но преданный во всем полагается на Верховного Господа, и потому его ничего не беспокоит. Лучший тому пример Махараджа Амбарише. Правя миром, он выполнял множество обязанностей и нередко сталкивался с трудностями, которые создавали ему люди, подобные Дурвасе Муни. Однако царь терпеливо переносил все, полностью полагаясь на милость Господа. Господь пребывает в сердце каждого. И все устраивает по своему желанию. Поэтому, хотя Махарадж Амбариша столкнулся с большими неприятностями, Господь, явивший ему свою милость, в конце концов устроил все таким образом, что Дурвасе Муни и Махарадж Амбариша стали большими друзьями, попрощались с теплотой в сердце, как и положено преданным бхакти-йогам. У вас есть перевод? Есть? Слышно? После этого случая Дурвасе Муни убедился в могуществе бхакти-йоги, хотя сам был великим йогом-мистиком. Господь Кришна утверждает Бхагавад-гите. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в сердце и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами, достиг высшей ступени совершенства. Таким образом, преданный действительно является самым совершенным йогом, что подтверждает историю, случившуюся с Махараджем Бариши Дурвасе Муни. Чайтанья Прабху Нитянанда Шридвейта Гададхар Шриваса Дигоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. Как вы все проследили в этой истории Махараджа Бариши Дурвасе Муни, она очень наставляющая для нашей бхакти. Несмотря на то, что мы не такие мистические йоги, не императоры мира всего, как Махараджа Бариши, но все же даже в наших малюсеньких попытках удовлетворить Кришну через преданное служение, мы можем взять вот эти вот реализации и вдохновение из этой истории. Сначала давайте заметим, что несмотря на то, что Махарадж Амбариша, у него было просто огромное богатство. Все равно у него были препятствия. Вот это нам не нравится в материальном мире, что все время какие-то препятствия встают на нашем пути. Даже когда мы начинаем заниматься бхакти, мы надеемся, что материальный мир, он станет для меня такой мирный и без беспокойств. Но так не случится. Как только вы получаете материальное тело и попали в материальный мир, должны быть проблемы. Это сложно представить. Но даже на Брахма-локе, даже у Брахмы есть проблемы. Потому что это такова природа материального существования.
проблемы. Поэтому Кришна предупреждает Бхагавад-гите. Говорит этот стих. С низших до высших планет, до Брахмалоки будут проблемы. И Бхагаватам представляет, как настоящий йоги, бхакти-йоги, как он справляется с этими проблемами. Даже Парикшит Махарадж, ему сталкивался с проблемой, его проклял маленький мальчик. И он на самом деле был таким добрым, вместо того, чтобы нейтрализовать проклятие, он сказал, ну, просто приму и умру. Это самое правильное, как надо принимать. И вот этот отец Шринги, его отец, он пришел, стал просить за мальчика, чтобы Махарадж его простил. И Парикшит сказал, конечно, я оставлю тебя. Но, естественно, он знал, что это желание Кришны, потому что до тех пор, пока Парикшит Махарадж, император мира, Кали-юга не может раскрыться полностью. Полную силу. И одновременно Парикшит Махарадж знал, что это возможность, чтобы был поведан Шримад Бхагаватам. По всем этим причинам они соединились в одной истории, но все же мы видим, несмотря на все эти причины, мы видим, насколько удивительно терпение преданного. И преданный сосредоточен на Кришне. На служение Кришне. Как сосредоточиться на служении Кришне? Все время думать, что понравится Кришне, что я делаю, понравится ли это Кришне. И Амбариш в каждый день он встречал какие-то проблемы. И его не поняли вот сейчас. Дурвасу Муни, он сказал, ты что, воды попил? И разозлился и сотворил этого огненного демона, чтобы он напал на Махараджа Амбариша. Другими словами, несмотря на то, что Дурвасу Муни обладал мистическими силами огромными, он не был джентльменом при этом. Он неправильно использовал свои мистические силы, чтобы разобраться с преданным, напасть на него. И его поведение показывает, что те, кто не практикует бхакти, они смотрят на бхакти сверхвысоко. Недооценивают, они думают, что преданные какие-то наивные, вообще сентиментальные какие-то они. Он не знает, как действовать в материальном мире. И Дурвасу Муни на самом деле неправильно все просчитал. Мы должны пытаться в него войти и попытаться понять, что было в его уме. Но это совершенно необычно, как он отнесся к Махараджу Амбариджу. Я вижу царя. Вот это вот могущество, богатство, материальная привязанность, а я великий мистический йоги, великий брахмана. И он полностью неправильно оценил Махараджа Амбариша. И вот есть такая концепция. Мы можем посмотреть в истории, есть случаи даже сегодня. Если вы духовный, значит, вы непрактичный и неопытный в разных делах мира. Но на самом деле Вайшнав, он понимает, что все во власти Кришны. Шрила Прабхупада однажды объяснял, что преданный — это тот, кто знает все обо всем. И немножко обо всем и все о чем-то он знает. Все он знает, что преданный он знает Кришну. Это верховное что-то. То есть до такой степени, до какой вот что может его знать. И также преданный знает немножко обо всем, потому что в его служении Кришна, преданный начинает учиться всему, столько много приобретает навыков, просто через выполнение преданного служения ежедневно.
Но Амбариша, то есть Дурваса это не увидел в Амбарише. Он просто подумал, я вижу какого-то царя, который, ну, чем-то какой-то преданностью занимается. Но у меня же мистические силы, я же столько аскез совершил. И другой пример. Это его настроение. То есть он недооценил преданного, не увидел ясно его. Например, как Хамса хотел послать Акруру в Вриндаван, чтобы Кришну привести. Мадхуру Ачарья открывает нам, что Хамса он пытался вычислить. Он думал, ну вот сентиментальный вайшнав, ладно, Акрура. Он давай начал прославлять Акруру. Дорогой друг, нет у меня лучше друга во всей династии Яду, чем ты. Я вот пришел к тебе, как обращаться к великой душе за милостыню. Мне кое-что есть, что у тебя спросить, и он попросил. Отправляйся во Вриндаван. И привези Кришну Баларама. И у меня тут есть кое-какие вещи, которые ждут. То есть у меня есть борцы, там слон Кувалапи, и они должны с ним побороться и так далее. У меня такой план. Дорогой мой друг, дорогой Акрура, ты такой добрый, щедрый. И он думал, вайшнава просто похвалить, но да он просто любит сладости, и все, он сделает все, что хочешь. Но Акрура, он все понимал. И Камса, он говорит, мой дорогой, Акрура, у меня тут самая новая мерседесская колесница. Еще даже никто на ней не ездил, она светится, сияет. И вот именно тебе повезет на ней прокатиться первый раз. И Вишна Чакраварти такой говорит Камса, он думал, что Круша, наверное, Акрура там ум взорвется из-за такой возможности. Он не понимал Камса, он не понимал, кто такой Вайшнав. Он просто хотел ему сказать сладкие слова, дать какое-то богатство. Естественно, он захочет быть первым, кто хочет проехать на этом лимузине и колеснице. А что думал Акрура? То, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, то, что ночь для одного класса людей, а день для другого. Акрура думал совершенно противоположно. Ничего себе, ты хочешь меня польстить вот этой своей колесницей? Ты думаешь, что это меня куда-то унесет на ум? Ну вот, мой ум говорит, я так рад, что у меня такая новая колесница, поехать во Вриндаван и привезти Кришну Баларама, потому что я бы не хотел, чтобы они сидели на колеснице, где ты, демон, сидел. Поэтому это здорово. То есть вот что он думал. То есть то, что вверх для других, внизу для демонов. И Дурваса Муни, он просто перепутал и неправильно вычислил. Он просто думал, ну что он там делает целый день, какую-то рутину. А я, Брахман, у меня столько аскез насобрано. Он какой-то политик, царь. Кто он такой передо мной? И он так думал, видел так. То есть нам нужно научиться очень важному уровню. И каково было средство, через которое он понял это послание, через жар Сударшан чакры. То есть этот жар Сударшан чакры был наказанием ему за оскорбление вайшнава, но потом он пришел попросить прощения Амбариша. Дурваса Муни думал, ничего себе, такова милость Сударшан чакры, из-за этого жгущего жара я хоть в сознание пришел.
Я пролетел через всю Вселенную, чтобы сбежать эту чакру, чтобы спасти свою кожу, так сказать. А Бариша Махарадж, когда я создал этого огненного демона, чтобы он наполнил его, он просто даже назад шагу не сделал. Он просто зависел от милости Господа. Дурвасамуни немедленно пролетел по всей Вселенной, чтобы спасти просто свою жизнь. Дурвасамуни задумался теперь, что тут происходит, и кто же действительно могущественная личность здесь. И он был очень благодарен, на самом деле, благодарен Сударшан Чакре, что этот жар он привел его в чувство. А что относится к Амбарише Махараджа? Как он среагировал? Ему было стыдно после того, как Дурваса Муни бегал по всей Вселенной. Он даже на Вайкунтху забежал коротко. А потом пришел просить прощения Амбарише Махараджа. Он схватил его за стопы, склонился, стал молиться. И то, что он делал, полностью смутило Махараджа Амбаришу. Со своей, так сказать, страстными мозгами мы подумаем. Интересно, как он примет эти извинения Дурвасы Муни. Да, правильно, заслужил. Так вот. Молодец. Как бы мы сделали, для нас очень сложно понять на 100% искренность Махараджа Амбариша. Кроме всего прочего, Дурваса Муни, он его же хотел убить. Но Амбариша Махараджа, у него даже ни капельки не захотелось отомстить. И его настроение было такое, что он был полностью даже смущен, что Дурваса Муни склонился к его стопам, схватился за его стоп, помолился. И Махарадж Амбариша сказал стих, как реализация. Как это я такой терпеливый оказался и такой сдержанный. На самом деле это вообще не от меня не зависит, это все по милости Верховного Господа. Сегодняшний стих говорит. Что он не принял никаких заслуг на себя, что он не придал этому значения и узнал, что все делается Господом. Это полная зависимость Амбариши Махараджа на верховную личность Бога. Это урок для нас, потому что природа этого мира такова, что здесь все время будут проблемы с телом, с умом, политические, экономические проблемы, социальные. Это природа материального существования. И бхакти-йоги, они на самом деле хотят добраться до корня всех проблем. Как полностью решить все эти проблемы? Полную, самую главную проблему решить. Но практичные люди этого мира, они не принимают это решение. Они говорят, что вы имеете в виду, решите всю проблему материального существования? Это все там, все в одном. Нет, вы вот берете эту проблему, вот это решение принимаете. Вы немножечко денег там тратите, вкладываете в экономическое развитие вот там. Вот так вот надо управлять в мире. Я помню вот одну историю в университете, когда я еще был. До сознания Кришны я была амбиция, я хотела решить проблемы. И экономический мой советник сказал, да, как раз давай в университет иди, учи все, что хочешь учить, и в конце ты найдешь решение на все проблемы. Ну да, мы все сейчас мы знаем, что нет решения. Все должны же зарабатывать деньги,
как-то действовать, решать свои проблемы. И они думают, что они могут решить все проблемы. Ну, да, да. Он говорил тебе, ты молодой, 18 лет, да, да, давай. Давай, давай, старайся. Найди решение, которое ты хочешь. Возвращайся к нам, иди к нам. Но когда бы мы, разве мы могли представить, что есть решение на все проблемы? И даже это самый практический способ, как взаимодействовать со всеми кризисами и проблемами. Нужно просто добраться до корня этих проблем. Это единственный способ, как решить эти проблемы. Сейчас читание Махапрабху. Но миссия Санкиртана, у нее экстраординарная цель, которую он хочет продемонстрировать миру, как добраться до корня всех материальных проблем и решить, вот какая у нас может быть цель. Мы хотим добраться до этого корня и хотим вырвать его с помощью преданного служения, вырвать этот корень материального существования с помощью преданного служения. Почему же это сложно? Это сложно материальному уму понять бхакти. Просто посмотрите, вот у Дурвасамуни были проблемы. К нему даже уму можно посочувствовать. Он же совершил столько аскез. Подумайте об этом. Сколько у него сил мистических было. И он думал, что это просто какой-то царь. У него деньги, политические какие-то возможности. Он домохозяин вообще. В мире он там какое-то влияние имеет. Дурвасамуни никогда мы не подумал, что этот человек обладает духовным могуществом. Вот чему надо поучиться. Амбриша Махарадж, он молился Сударшана Чакре. В соответствии с ачарьями, еще немножечко времени потребовалось, чтобы Сударшан чакра успокоился. Сначала, когда Амбриш Махарадж стал молиться, он еще пока не улетал, он там находился, ожидал дальше. Но Амбриша Махарадж продолжал свою молитву возносить полной бхакти. Наконец-то это его успокоило. Дурвасамуни увидел. Ага. И его должны были убить. Но из-за Махараджа Амбриша он был спасен. И мы все хотим определенные победы в своей жизни, которые мы помним. Это может случиться с каждым преданным, который очень искренне следует бхакти-йоге. Когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит, «Санкиртана, Шри Кришна Санкиртана», победа в воспевании святого имени. Это нужно испытать, вот это парамбиджайте. Это парамбиджайте должен испытать каждый преданный, очень опытный или самый начинающий. Каждый преданный у него будет в какой-то момент в его или в ее карьере бхакти, что просто из-за воспевания Хари Кришны, просто благодаря попыткам распространять славу Кришны. Я переправлюсь через такие проблемы, которые мне казались очень просто непреодолимы. Мы не сентиментальная религия. Мы верим в Кришну. Верите вы в Кришну? Вот во что вы верите в этом мире? А, в это вы верите? Нет, у нас должна быть реализация. И поэтому парамбиджайте. Это значит, что каждый из нас что мы можем преодолеть то, что казалось непреодолимо, просто с помощью воспоминания Кришны, распространения славы Кришны.
у кого-то какие-то драматические уроки в жизни. Так сказать, с материальной точки зрения большие проблемы. Но кто может сказать, кого Кришна ценит больше или меньше? Или что? Но у каждого преданного есть шанс. Особенно, если вы всю жизнь продолжаете практиковать бхакти. Вы обретете победу. И у вас будут такие победы, и вы никогда такого не забудете. Как у Амбариша Махараджа сказал, я же не просил, чтобы это все случилось в Дарвасамуни. Я даже не знал, что я такой могу терпеть. Так это все и произошло из-за Кришны. Вот видите, это победа Кришны. Это победа Верховной Личности Бога. Это вообще ко мне не относится. Каждый из нас, у нас есть шанс такого рода опыта в нашей жизни, как я справлюсь с этой ситуацией. Все там против меня, но Парамбиджая Ты, это не значит с материальной точки зрения мы будем победителями. Как Джатай в Рамалиле, он в материальном смысле потерпел поражение. Он не смог победить Равану, но Господь Рамачандра, он совершил погребальный обряд по нему. Но мы очень привязаны к материальной победе. Но Парамбиджая Ты — это значит духовная победа. То, что нам показывает Амбариш, он не стремился победить Дурвасамуни, не просил Сударшану чакру бегать за Дурвасой. Но мы видим, что в процессе нашего преданного служения Кришна, он помогает мне. Кришна вмешивается. Даже начинающий преданный, когда повторяет Хари Кришна, он видит это. Как жизнь меняется. И вот эта победа, которую вы чувствовали в начале, она тоже может продолжаться через всю вашу жизнь, даже в зрелости. Особенно, когда преданность старится. Может быть, иногда кажется, что вы уже как-то высохли, где нектар. Я вот этим занимался процессом бхакти, декады, там, столетия. Но те, кто, так сказать, высыхает, это на самом деле хорошая возможность углубить нашу привязанность к воспеванию Хари Кришны, к служению Кришне, ради наслаждения Кришны. Все, что мы используем в бхакти, ради нашего духовной победы. И мы всегда помним, что было время в своей жизни, когда я думал, я сейчас в невыносимых обстоятельствах, это просто невыносимо, это невозможно, полностью меня поглотили материальные желания и так далее. Но я принял прибежище в сушине воспевания Кришны, я принял прибежище в процессе бхакти. И я удивительно, но я прошел через эту полосу своей жизни по милости Кришны. То есть вот эти личные такие победы, они доступны для каждого. И в истории с Амбаришем Махараджи она нас очень вдохновляет, чтобы у нас была своя история, история своей победы. И для нас главный толчок продолжать, мы должны помнить воспевание Хари Кришна может творить чудеса. И невозможно. И мы должны другим говорить об этом. А иначе мы просто становимся просто группой религиозных каких-то людей. Да-да-да, все согласны, да, что повторять надо Хари Кришна. Все проблемы можно решить правильно. И слепо повторяем друг другу. Какой-то новый человек приходит. Так, повторяю Хари Кришна, это решит твою проблему. Да-да-да, хорошо. Но нам нужны личные победы. Нам нужно почувствовать это Парамбиджая Ши Кришна Санкиртана для себя. И тогда будет сила в наших словах. Даже без своих личных побед, на самом деле.
Даже просто, если мы повторяем это, есть сила в этом, но Кришна дает шанс, чтобы почувствовать это тоже, то, что Он говорит. И мы этого никогда не забудем. У нас появляется шанс получить немножко вкуса, как святое имя и другие процессы бхакти, кроме воспевания, слушания, как они все решают. Вот эти процессы слушания, воспевания, это на самом деле делает нас сильными. И вот мне на ум пришел один пример. Те, кто участвует в распространении книг Шрилы Прабхупады, вы открываете книгу, начинаете объяснять кому-то, вы начинаете читать и думаете, боже мой, это же так здорово. Кому-то объясняете, а потом думаете, господи, сейчас хочу еще почитать. И на самом деле это правда, что я пытаюсь, во что я верю, это все правда. Кришна дает таким образом вам реализацию. О, иногда вы повторяете джапу или в киртане, и до вас доходит. На самом деле это же просто фантастично. И вот это личные победы, и потом, и так как у нас материальное тело, как мы живем в материальном мире, естественно, тут проблемы, всякие препятствия, беспокойства. Но когда мы видим, что когда мы с духовной точки зрения к этому ко всему подходим, можем преодолеть. Может быть, мы материально не добьемся какой-то временной победы, но мы будем чувствовать духовную победу, духовную. И мы будем очень благодарны Шачитане, Махапрабху, его спутникам. Так же, как Амбариша. Махарадж был очень благодарен. Это вообще не я. Как я могу так действовать терпеливо? Откуда это у меня взялось? Это качество. Вот как думает великий преданный. Он думал, как Амбариша Махарадж думал. Хорошо, вопросы какие-то, комментарии, может, старший вайшнава что-то добавит. Кто-то у меня спросил про Сударшана, кто это, что это за татва? Это Вишну татва или все, что я знаю, что Сударшана чакра — это взгляд Верховной Личности Бога. Я думаю, что у нас есть кто-то, может, знает детали. Бхагавад там объясняется. Вишну смотрит на материальную энергию и начинает творение. Это взгляд из Сударшаны чакры. Это взгляд из Вишну чакры. Что-то еще кто-то хочет сказать? Вы никогда не ходили обратно в этот университет и не сказали, что вы нашли проблему на этот вопрос, на все проблемы нашли решение? И так как вы спросили, то я вам скажу, да. Мой глава моего департамента, когда был молодой брахмачари, я распространял книги в автобусе. И я там уже... через 3 года это уже после того, как... И он все время знал, что я чего-то высшего ищу. Подошел ко мне и сказал: «О, мой дорогой, мое имя. Ну что, ты нашел? Ты нашел?» Потому что, естественно, я им продал книгу. Ну что, вот это? Ты нашел ответы на все вопросы решения? Что он знал,
что он искал тоже, но он был беспомощен. И он надеялся, может быть, ты нашел? Да, это оно? Это оно? Да, это оно, я нашел. Thank you very much. I'm a little confused about this, so I'm asking this question. Krishna doesn't interfere with our free will, but at the same time, Krishna's will is supreme. His plan, his desires cannot be thwarted. So how do we reconcile that with our willing or not willing sanity? Krishna is always canvassing. Кришна, он все время все видит, он все знает, он приходит, у него есть преданные, и все время дает возможность возмутившимся душам соприкоснуться с преданным служением. Но он видит весь мир не только как мы. Кришна в вашем сердце как параматма, я знаю. Вы слышали, он идет с вами в любое тело, куда бы вы ни пошли, но вы думаете, ну что тут такого? Вы найдете такого друга, который пойдет с вами в любое тело, которое бы вы ни получили. Мы думаем, ну и что? Параматма со мной ходит там в любое тело, ну и что? Но мы все равно думаем, что мы одни все еще, а Кришна, он все делает, чтобы помогать нам понять, что мы не одни. Поэтому должны он нас имеет возможность соприкоснуться с шастрами, с преданными, с святым именем, но мы очень упрямые. И даже если Кришна, как Шри Чайтанья Махапрабху, придет и преподнесет вам эту возможность, вы сам должны сделать выбор, чтобы вас унесло духовно. Обычно, чтобы пошел дождь, должны быть облака в небе. Но иногда, не в Ирландии все время так происходит, очень солнечный день, идет дождь. Шрила Прабхупада объясняет, что вот этот дождь, который идет с неба, как бы без причины никаких, там нет причин вроде бы. Но вот этот, можно сказать, на английском солнечный дождь, это то, что делает читание Махапрабху. Нет, даже не было у нас же в нами, не было причины, но милость идет, Господи, читание, это же читание Махапрабху. Может быть, до этого какой-то бхакти совершали, а может быть и нет, но все равно идет этот дождь милости. Но в какой-то момент духовной жизни, когда уже прошел этот дождь, когда вас омыло этим дождем, вам надо уже сделать самому выбор. Иначе в чем смысл экстатической любви? Нам нужно выбраться из этого ума. И что Кришна меня заставляет быть преданным. Чем больше мы понимаем сочетание Махапрабху, его милость, тем больше мы понимаем все о том, что такое свобода воли и как нас уносит в океан любви к Богу. Это не противоречие. How can we receive the mercy of Krishna but not think in a Как мы можем получать милость Кришны? Nothing in a Yeah, how can we think Как мы можем думать, что я получил милость Кришны? Но как вот вы приводите примером Бриши Махараджа, он получил эту милость. Но он не возгордился и даже не думает, что вот это я.
такой хороший, что я квалифицированный получить милость Кришны. Как жители Кали-юги, нам надо понять две вещи. Первое. Как темный сумасшедший этот век, но мы думаем, что это цивилизация, мы думаем, что мы такие продвинутые сейчас. Если бы мы на самом деле поняли, чему этого века, мы бы поняли, мы бы больше оценили милость Чайтаньи Махапрабху. А второе, нам нужно больше соприкасаться с милостью Господа Чайтаньи, и тогда мы больше не совершим ошибку, и мы не будем думать, а что это я такой, или о, Кришна оценил мои хорошие качества, вот. Если вы по-настоящему поняли, даже с материальной точки зрения, все весь обман и лицемерие, которые сейчас в материальном мире присутствуют, вы бы были разочарованы, вы думаете, все более нормально, ну там... 600 тысяч у нас там ядерного оружия, чего-то там, ну ничего. Климат меняется, ну ничего. Иллюзорная энергия, она делает нас такими, ну просто сдержанными. Мы не понимаем темноту этого века. Насколько деградировал мир, и мы не понимаем милость Господа Чайтаньи, насколько она велика. Я увидел, когда путешествую по всему миру, что многие преданные вообще не читают Чайтанью Чаритамриту, еще никогда не читали, они не получают, не понимают, в чем милость Махапрабху. Шрила Прабхупада через столько прошел, чтобы дать нам Чайтанью Чаритамриту. Он своих преданных учеников поместил в такие условия, в такие сложные условия, чтобы напечатать, написать. Читание Чайтамриты, я знаю, там было. То есть две вещи. Это темная сторона и светлая. То есть у нас нам надо и то понять. Если серьезно, относиться к книгам про Прабхупаду, тогда у нас потеряется вера в материальную цивилизацию. Но зависит от искренности, с которой вы читаете книги. Не обязательно изучать всю деградацию этого мира. Вы тогда не поймете Бога в этом. Но если вы пытаетесь понять милость Господа Чайтаньи, с помощью этой милости вы сможете все понять. Хорошо, спасибо большое, Хари Кришна.